Брестский ЦУМ всегда встречает своих покупателей широким ассортиментом товаров на любой вкус. А в преддверии новогодних и рождественских праздников торговые прилавки просто ломятся от количества эксклюзивных товаров. Наборы новогодних скатертей и салфеток, красивая посуда и замысловатые элементы декора, яркие образы для праздничного вечера. Это и многое другое брещане уже активно покупают в подарок своим близким. Правда, особым спросом в это время пользуются красочные новогодние игрушки, которых в центральном универмаге огромное количество. У нас широкий ассортимент елочной игрушки, мы не первый год ими торгуем. Очень в широком ассортименте, это сугубо ручная работа. Мы и получили их в конце октября месяца, сразу выставили и сразу же у нас начались продажи. То есть такое чувство, что люди уже ждут эту игрушку и покупают и по две, и по три. То есть такая цена достаточно не дешевая. Ну, видимо, эмоции все-таки, как говорится, важнее, чем деньги. Сюжеты из новогодних сказок, любимые персонажи мультфильмов, символ наступающего года – полосатый тигр. Эти и многие другие истории изображены на новогодних игрушках. Они яркие, стильные, замысловатые, красочные. Продолжать ряд подходящих эпитетов можно еще долго, но главное – каждый из них под силу создать новогоднее настроение и даже ненадолго вернуть ее обладателя в детство. И никакого секрета в этом нет, ведь игрушки ручной работы отличаются не только хорошим качеством, но и особой атмосферой, которую чувствуют покупатели. Например, Евгения Протасевич выбирала эксклюзивные игрушки, которые дополнят образ зеленой красавицы очень тщательно. Ведь одни напоминали и советские украшения, которые были на елке во время ее детства, другие завлекали своей красотой и яркостью, третьи были необычные, с юмором и вызывали улыбку. К Новому году мы готовимся. Ориентировочно так уже потихоньку начинаем собирать подарки, чтобы детям какой-то были приятности, сюрпризы, ну и о близких не забываем. Елку мы ставим накануне. Хотя раньше мы практиковали, ставили немножко раньше, но сам процесс самого новогодняя атмосфера уже приходит ближе к 29-му. Вот так. До новогодних праздников всего несколько недель. Это значит, что сейчас самое время начать упаковку подарков, ведь час чудес пробьет совсем скоро.